Лагерь «Арго» готовит настоящих юных спортсменов. На одной площадке можно встретить и профи своего дела, и любителей спортивного образа жизни. Ловлю, как видишь. В предпоследний день смены спортсмены провели для всех ребят в лагере марафон мастер-классов. Бег, прыжки, танцы с помпонами и имитация лыжной ходьбы. Артем Павловский на концерте открывал спортивный марафон. Участниками финальных соревнований первенства России. Артем 8 лет профессионально занимается лыжным спортом. Говорит, любовь к лыжам – это у него от папы, который, будучи сам спортсменом, привел его в секцию. Артем с удовольствием приезжает в Арго уже 5-й год подряд, потому что здесь отдыхают его друзья из спортивной школы. Здесь хорошая трасса для катания на лыжероллерах, также круг для имитации лыжных ходов и просто хорошая атмосфера. Тут еще одна лыжная школа есть. Вот, как бы уже с ними знакомы и общаемся. По словам директора детского центра Игоря Сазонова, за 12 дней смены дети приобщаются к спорту и здоровому образу жизни. Многие из них после лагеря записываются в те спортивные секции школы, где занимаются их друзья-профессионалы. Им, тем не менее, интересно, они во всех этих мероприятиях принимают участие. То же самое занимаются с нами и спортом, и футбол, и волейбол, пионербол. То есть мы проводим свою спартакиаду, они везде принимают участие, поэтому они не лишние, а наоборот, иногда даже задают тон. За лето в лагере проходит 6 смен, от волонтерской до театральной. Заявки принимаются от школ города, где отбирают самых активных ребят. Ребенок может найти себе занятия по душе, и самые разные направленности смены проводятся. Проводятся и технические смены, и, естественно, научные. Наши ребята – это новое поколение. Это то поколение, которое выбирает здоровый образ жизни, которое выбирает увлечение спортом. Лагерь «Арго» каждое лето ждет активных подростков от 7 до 17 лет, которые любят заниматься творчеством, спортом и хотят найти друзей по своим интересам. Валерия Куценко, Николай Сидоров. События.